Всем привет! Рада приветствовать вас на канале Life in Colors. В этом видео мы будем рисовать ворона. Ворон – это вид птиц из рода воронов. Это крупнейший представитель воробьинообразных птиц, длина тела которых достигает от 60 до 70 сантиметров. Размах их крыльев – от 120 до 150 сантиметров. Масса – от 800 до 1600 грамм. Другие характерные особенности – это очень массивный, высокий и острый клюв и удлиненные перья на горле, так называемая борода. Ворон распространен почти во всей галактике, местами проникает в тропические широты. В Северной Евразии отсутствуют лишь на Таймыре, Ямале и Гдане, а также на большинстве островов Северного Ледовитого океана. В Гренландии гнездится в основном вдоль южного и западного побережья. Всем приятного просмотра! Пишите свои идеи в комментариях. Будем рисовать их вместе. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео.